Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Yarn Today. Так, ну что, я прокачал наш тягач по полной программе, как ты видишь. Теперь моя цель накопить 8 миллионов, чтобы купить вот эту вот тачку. Ну что, а пока поехали вот на этом нашем тягаче. Ух. Нормально. Сжигаем по полной программе. Блин, вот единственное, что мне не нравится у тягача, это его турбины. Я не чувствую, чтобы он набирал обалденную скорость с их помощью. Вообще не чувствую. Давай, родные мои, поднажмем. Было бы еще прикольно, если бы вот эти вот турбины, которые сзади огонь идет, могли сжигать зомбарей, которые сзади хотят тебя схватить. Но нет, они просто пробегают. Давай здесь нажмем. Так, буст у меня закончился. Зомбарь там полетел куда-то в небытие. Так, я бью свой рекорд. Блин, не очень-то, конечно, далеко я продвинулся, но все-таки. Почти 5 лямов, а нам нужно 8. И, кстати, еще неизвестно, сколько там впереди у нас будет трасс. Я сомневаюсь, что это последнее. Давай обустанемся, наверное, чутка. Но вот тут вот надо все это перелетать. Эксцелент. Вот прицепился все-таки. Я-то посмотри на него. Вот сейчас мы хорошо так подскочили. Да цепись ты, нет, вот ни в какую, смотри, висит. Еще один повис. Чем больше зомбарей, еще раз напоминаю, ребят, на нашей машине висит, тем медленнее она у нас двигается. А допустить этого, ну, практически невозможно. Это либо нужно фиг знает как ехать, либо нужно во что-то врезаться, постоянно падать, чтобы они вот так вот слетали с нашей машины. Эх, чуть-чуть не побил рекордик. Так, ну что, 7 миллионов 600. Я думаю, если мы еще с тобой сделаем один заезд, то, в принципе, тачку купим. Но, опять же, тачку-то мы купим, но нам нужно будет ее еще апгрейдить. А апгрейд, я больше уверен, там будет не дешевый. Так, мы в первую очередь мы будем копить на что? На бензин, конечно. Будем копить на бензин, потом движок прокачивать. Потом, возможно, колеса. Ну, наверное, сегодня мы пройдем уже эту игру. Ну, по крайней мере, машину мы с тобой точно последнюю купим и апгрейдим. А там уже по трассам я не знаю, что получится. Так, буст у меня закончился. Все, можно смело от него отстать. Все-таки вот эти вот зомби паршивые бесят. Вот цепляется к машине и все, и начинается вот это вот. Не два, не полтора. Ну, давай ты, господи. Все, закончился бензин. Так, 10 лямов у нас есть. Ну что, берем? Берем, конечно. Так, и хватит нам. Ну, вот так вот. Теперь надо глянуть, что она из себя вообще представляет. Но слушай-ка, она вроде бы так неплохая. Скорость довольно быстро набирает. А вот то, что надо вот такая длинная, это, конечно, не очень хорошо для нас. Потому что зомбарям будет проще за нее цепляться. Но зато я тебе скажу следующее. Когда она едет, она почему-то не особо теряет скорость. И когда вот врезается в зомби, да, или в какие-то преграды. Вот то, что эти говнюки мелкие цепляются к нам, это да, не есть хорошо. Вот смотри, мы не на прокачанной машине с тобой проехали почти тот же самый путь, что на прокачанной. Я даже больше не уверен, что мы, наверное, доедем до этой отметки. Потому что горючее пока еще есть. Да, надо будет посмотреть на нее полностью про... Ох, а вот это плохо. Мы с тобой сбили вот этот помостик деревянный, на котором мы обычно с тобой проезжаем. Да, мы с тобой на непрокачанной тачке проехали тот же самый путь, что на прокачанной фуре. Зашибись. Так, ну что, тогда давай, наверное, усилим движок.
Движок усилим, я думаю, это будет вообще топово. Сейчас посмотрим, как оно у нас будет шпарить. Блин, так хочется буст нажать, но его нет пока еще. Мы не прокачали его. Ну да, машинка что надо, если честно. Так, друзья, если кто еще не в курсе, у меня появился третий канал, посвященный именно играм про машинки разных видов, так что заходите и смотрите, если вам нравится тематика именно машинок. Пока все отлично у нас. Воу. Так, где-то у нас здесь будет сейчас помостик, насколько я помню, да? Вот нам бы его лишь бы не сломать, чтобы проехать просто по нему. Так, где-то, по-моему, сейчас вот будет. Ё-моё, чё их так много было? Вот это вот. Ну, здесь замечательно проехали. Прикинь, мы с тобой побили рекорд наш. Ох, ё-моё, нифига. Да, тут будет проблематично как-то заезжать. Так, вот я сижу и думаю, что бы нам сделать. Движок или колеса? Наверное, колеса. И немножко еще горючки, да, можно? Ну что, посмотрим. Блин, прикольная тачка. Мне нравится. Ребят, как вам нравится? Я даже не знаю, как назвать ее. Военный тягач какой-то. Потому что здесь не хватает только еще ракеты сзади. С-300, да? Воу. Нормально так подлетает. Давай, родная моя, жми. Даже эти зомби, которые висит вот сзади, я что-то не чувствую, ребята, чтобы они замедляли мне как-то машину. Просто не чувствую никаких преград. Блин, а если мы еще с тобой прокачаем коробку передач и таран, ух, это будет вообще сказка. Давай, давай, давай. Видишь, он просто сбивает этих зомбарей, даже не останавливается так. Ох, залетели ж прям. Слушай, да мы эту трассу с тобой сделаем. Ну, возможно, не сейчас, но через пару прокачек так точно. Смотри, стоит зомбарь. Хм. Так, если я возьму, например, коробку передач усиленную. Так, здесь хватит мне? Ну, горючка почти по фулке будет прокачана. Ну вот смотри, у нас сейчас с тобой будет движок прокачанный, да? Плюс коробка передач. Мы должны с тобой сейчас вообще набирать скорость как бешеные. Воу, ты сам видишь, что он творит. Просто сказка, машина сказка называется. Зомбари, которые цепляются сзади, они что-то слишком долго не зависают у нас. Они слетают. Видишь, руки вырывает им. Давай, давай, давай. Хочется, конечно, бустануть, но нету у меня, к сожалению, пока буста. Сейчас будет помостик. Вот он. Оу, мы своим весом сломали, к сожалению, его. Блин. Не очень, конечно, хорошо. Но тут, наверное, рекорд мы, конечно, свой не побьем. Наверное, не побьем. Хотя... Нет, не хватит, ребят. Горючее уже заканчивается практически на нуле. Но мы, по крайней мере, дошли до своей отметки. Это тоже неплохо. Так, возвращаемся в гараж. И давай подумаем. Я, наверное, возьму... таран. И возьмем, чтобы... прокачаем полностью горючее наше. Поехали. С этим тараном, я думаю, уже будет еще прогресс получше. Гею, мы просто летим с тобой. Перепрыгиваем все, что можно и нельзя. Воу, обожаю. Я представляю, если прокачать еще колеса, да еще движочек, да еще коробку передач, это будет сказка. Ну, не зря это последняя машина в этой игре. Вау. Красиво, красиво летит. Мне нравится.
Причем она эти препятствия ломает как семечки. И вообще даже не чувствую никакого сопротивления. Скорость теряет по минималке вообще. Как видишь, даже здесь мы с тобой не провалились. Вот хотелось бы еще, конечно, что вот наверху, когда будет вот этот помостик, вот, вот этот вот. Но видишь, не получается по нему проехать, почему-то все равно мы его ломаем. Давай, 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 побьем рекорд, и будет хорошо. Получим больше денег. Есть, мы побили его уже. И горючка еще есть. Блин, чуть-чуть не хватает, наверное, да? Для того, чтобы доехать до следующего пункта назначения. Ладно, фиг с ними. Обломки всякие летят. Слушай, ну 5300, я считаю, что это круто. На движок, конечно, не хватает. Есть турбина, есть колесо. Возьму колесо, наверное, все-таки я. Последние прокачки. Посмотрим. Может быть, этих колес хватит нам, чтобы доехать до следующего пункта. Ну, согласись, классно, да? Двигается она вообще великолепно. Мягкий такой, скажем, ход. Эти пригорки, которые были сейчас только что, она вообще их не почувствовала. Проехала как паром на дороге. Так, сейчас посмотрим, как она справится с этим, с помостиками. Они вот сейчас уже будут. О, ну это потому что, ребята, мы на всем лету приземлились, поэтому она сломала, да. Это, конечно, трата времени. Так бы мы поверху там намного быстрее бы проехали бы. Но ничего с этим не поделаешь. Если бы мы заехали бы и проехали бы ровно, то все было бы хорошо. Давай, 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 горючки есть еще. Блин, зомбарей слишком много нацеплялось к нам. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватит. Или хватит все-таки? Ай, ты посмотри, ну... Ну как так, а? Ну как же так, ну ё-моё. Ну что, я предлагаю тогда прокачать, наверное, турбину. Ох, нифига тут турбиночка такая стоит. Да я хоть посмотрю, как она юзается. Офигеть. Я прям как этот... Космический корабль, блин. Обалдеть. Нормально. Мне нравится. Так, сейчас, 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 сейчас. Подожди, здесь где-то вот. Нет, немножко не там. Где у нас эти помостки должны начаться-то? Вот здесь, что ли? Да, вот они. Ай-яй-яй, ну мы с тобой почти по ним проехали. Но, правда, все поломали. Так, буст у меня закончился, к сожалению, да? Блин, ну вот, вся... вот здесь я не знаю, как можно вообще заехать и не сломать их. Давай, родной, поднажми. Может быть, все-таки доедем с тобой до следующей точки. Блин, очень много всяких зомбарей цепляется к нам. Горючка, горючка, горючка кончается, но еще есть, есть запас. Давай, 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 заезжай, есть контакт. Друзья мои, до бензоправки мы с вами доехали. Ух, 6700 получили бабла. Так, Exodus Drive. Exodus Drive, что мы можем с тобой приобрести? Наверное, я пока все-таки покоплю денег. Приобретать ничего не будем. 113-й день. Давай, ломай их всех тут. Офигеть. Преград, конечно, тут натыкали для нас очень много. И трасса такая все время в горку. С препятствиями, с определенными. То в горку, то спуск, да, получается? Ай-яй-яй. Ну, я тебе скажу следующее. Полпути мы почти проехали.
Но это не последняя у нас получается с тобой трасса, ведь так? Ну, почти 5 лямов, да, сверху. Ну что, я, наверное, сделаю следующее. Купим движок последний. И здесь потратим на турбину. Погнали. Офигеть, сколько их тут висит у меня на машине, ты прикинь. Ой, как их дофига. У меня такое ощущение, что мы сейчас едем намного хуже, чем до этого ездили. Да, скорее всего, так оно и есть. Вроде бы движок купил, да, все. Может быть, коробку передач еще нужно сразу же, чтобы они как бы в совокупности работали. Что, даже... А, побил рекордик, да? Нет. Почти там же и остановился. Ну что, давай брать турбины, прокачивать. Чуть-чуть не хватило, да? Сколько там? 1,5 миллиона нужно. Потом, наверное, будем все-таки... прокачивать, наверное, этот. Скажи, я скажу. Коробка передач. Но там 8 лямов нужно. То есть это 2 заезда нужно будет сделать. И буст очень быстро заканчивается, ребята. Я не успеваю даже ничего сделать. Он уже хоп, все, его нету. Тут слишком много преград. Вот что я тебе скажу. Коробок, зомби. И все это нам, естественно, замедляет ход. Так, мы побили рекорд наш. Все, горючка кончилась. Но все равно неплохо, я считаю. Так, 6700 мы получаем. Значит, докачиваемся. Подожди. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. После следующего заезда мы прокачаем турбину и будем прокачивать пулемет. Офигеть, просто чисто военная тачка. Какой пулеметище, жалко, он, конечно, быстро закончится. Но у нас было очень мало снаряда для него. Эти зомби паршивые, а ты посмотри. Да куда у вас такая армада повисла-то, эй? Мне так машина еле едет. Да, они ее утягощают, конечно, очень жестко. Ладно, танки грязи не боятся, верно? У меня буст кончился, все. Давай тогда просто так ехать. Кто-то говорит, почему ты вот это вот не маневрируешь вот этими кнопками. Ребят, по большому счету, сейчас здесь даже не надо маневрировать. Он тут как бы сам справляется. Все, горючка закончилась на том же самом месте. Чуть-чуть больше проехали, да? Чуть-чуть. Так-с. Ну... давай. Докачали. И здесь чуть-чуть не хватило. Поехали дальше. 24 снаряда изначально дается для нашей пушки. Я говорю, жалко, что он не может стрелять назад, а только вперед. Куда он там строчит, я не понимаю. Воу-воу-воу-воу, чего? Не понял. В первый раз такое. Завязли там где-то. Да. У нас только остается прокачать что? Коробку передач. Что-то я сомневаюсь, что мы проедем эту трассу. Это нужно как-то все подрасчитать. Абсолютно все. Вот, видишь, турбина. Вообще не алло. Вообще не алло.
Ну что, получается один таран и коробка передач. Больше машин здесь нету. Как хочешь, так и проезжай. Трындец. Ладно, будем пробовать. Да давай ты, господи, ну. Нифига. Я уже и поднимаю вроде бы колеса, да, чтобы заехать на платформу. Не выходит. Все равно он ее сминает. Давай-давай-давай, бить наш рекорд. Окей. И все, и горючка кончилась одновременно, и буст. Ну что, коробка передач, конечно же. И остается 8, за 8 лямов купить продвинутый таран. Посмотрим, что нам это даст, какие преимущества. Так, патроны кончились. Давай, дави их всех, этих зомбариков несчастных. Так, сейчас побьем свой рекорд, видимо. Побили. Давай. Что ж так много-то вас? Ай-яй-яй. Не хватило. Так, ну что, прокачиваем тогда таран. Блин, и как дальше-то быть? Фига тут такая мясорубочка. Давай ты, господи. Дави это все. Ага. Так, я весь сосредоточен, ребята, на том, чтобы... Горючий опять кончается. Ну, ё-моё, ну... Давай, родная моя, газуй! Есть! Мы приехали на какую-то военную базу, судя по всему. Ух ты. Ну что, прошли, что ли, получается? Ты прикол. Поздравляем. Вы добрались до финиша в режиме истории за 120 дней. Открыт режим Хэллоуин и чемпион Шип. Так. Ну, скачивать нам не надо. У нас Your Today 2 есть. Хэллоуин. А что такое Хэллоуин? Так, что-то тут надо найти 40. Ну-ка давай просто глянем хотя бы. То есть выбираешь тачку, да? Любую. Ну давай вот эту, например.
что-то должен найти. 40 чего? А, 40 тыкв. Я должен уничтожить. Вот тебе и режим Хэллоуин. Они тут везде. Они не только наверху, они и внизу могут быть. Так, 8 из 40. На тебе, прям в полете. Прекрасно. Да отвали ты, зомбарь несчастный. Вау. Проехал. Ну, короче, 15 из 40 мы с тобой побили. В гараж. Это первый режим, да, я так понимаю? А какой еще есть? Чемпионшип. Что это такое? А что я должен сделать? На этой тачке чисто ехать, что ли? Подожди, она не прокатит. А, 38 миллионов дали мне. Хм, так и что? Так, время у нас идет. За короткое время нам нужно пройти эту трассу, что ли, я так понимаю, или что? Так, пока не ясно. Ха, у меня уже буст кончился. А, тут бесконечно горючее. Буст закончился, а горючее здесь бесконечное. Ну, допустим. Давай ты. Езжай. Ну, в любом случае, мы с тобой здесь нигде не остановимся, потому что горючее бесконечное. Так что эту трассу мы пройдем. Единственное, зависит, за сколько времени. Это, видимо, на рекорд. Да? Скорее всего. Сейчас глянем. Осталось немножко тут. Все, прибыли. Минуты 4. Новый рекорд. Да, просто ставишь рекорд и все, ребята. Ничего тебе не открывается, не добавляется. Ну, это такие игры, так сказать, мини-игры. Мини-челленджи. Ну что, друзья, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.